speakers, Joseph and Ilya, who will be talking about how bootloaders are broken and how to sort of look into them. Please give them a warm round of applause. Hello, does this sound okay? Okay, cool. Welcome to Boot to Root, auditing bootloaders by example. I'm Joseph Tartaro. I hack things for IOActive, and this is my second time at Congress, so I'm really excited to be back here. Hi, I'm Ilya. This is my 18th or 19th time at Congress. Happy to be back here, too. I've spoken here, I think, 7 or 8 times before. And I'm very excited to speak here together with Joe. We've been working together on bootloaders the last year and change. And this is, minus the NDA covered stuff, this is some of the things we've observed and seen. So I'm very excited to do this. So the expected audience for this talk would be embedded systems engineers, security people who are interested in embedded systems, and just curious security people. Just a caveat. We're going to be quickly going through about like 70 slides or so, and a lot of it's just like examples of C source code. So if you did not realize you were signing up for an hour of that, feel free to walk out. We're not going to be offended. And then another caveat would be this isn't really trying to flex and show, look at all the bugs we found. The purpose of this was to kind of show people, hey, if you have not looked at bootloaders before, this is our recommended areas of attack surface that are interesting. This is probably where you should get started. And then some examples of nobody's really looking at them. And некоторые примеры, которые никто не смотрел. Мы сейчас расскажем о том, о чем будем говорить. Что такое bootloader? Зачем, на какие мы посмотрели? Какой поверхность атак и так далее. Будет довольно широкая интерпретация, что такое bootloader. Это всего лишь какая-то boot-chain, цепочка загрузки. Когда user space вызывает ядро, когда производится обработка данных, полученных от атакующего. Но это не так опасно для безопасности. Очень очевидно. You'll have a bunch of code loaded up to handle some file systems that are never expected. So it doesn't really make sense why they're not limiting all that attack surface. There's also a huge также есть оценка, что нет плохих людей, которые атакующих, что есть такая скрытая черный ящик, что у них есть маленькая история за этой презентацией. Мы были в поезде, мы ехали на бейсбол, и в какой-то мы говорили о U-Boot'е. Я достал телефон, зашел на GitHub U-Boot, и мы нашли некоторые баги, и мы думали, да, может быть, стоит провести аудит этой штуки. Были предыдущие то выступления, которые освещали вопрос загрузчиков BSD и так далее. Ну, мы еще немножко это затронем. Мы не первый раз посмотрели на это. Есть там количество людей, которые каким-то образом нас вдохновили. И мы рекомендуем, если вам это нравится, то вы можете посмотреть этих людей, если они выпускали какие-то статьи и публиковали статьи. Где находятся загрузчики бутлодера? Они почти везде, на серверах, на консолях, на телевизорах, планшетах, телефонах.
и почти везде. Очевидно, что безопасность бутлодеров, она имеет большое значение. Сказав это, мы говорим, начнем смотреть на общие open-source бутлодеры. Например, это U-Boot, Coreboot, Grub, CBUS, Cafe, IPXE, TinaCore. Мы просто посмотрели на GitHub, что мы скачали. В реальном мире, конечно, все эти устройства, они будут очень сильно изменены. Кастомные драйверы и какие-то отдельно специально написанные вещи. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать вероятность, как можно легко эксплуатировать баги в этих вещах. Суть в том, чтобы показать людям, разработчикам, о чем они должны подумать и на что посмотреть. Сейчас мы посмотрим на U-Boot. U-Boot — это он ужасно очень распространенный загрузчик. Очень хороший кастомизируемый конфиг. Есть очень много переменных окружений, shell, и даже есть проблемы для инъекций в shell и так далее. Интересные функции этого U-Boot — это стек, сетевой стек, файловые системы. И также они будут загружать со следующего уровня разные образы, например, как Ethernet, с жесткого диска и так далее. И используются встроенные устройства. Coreboot. Он более предназначен для современных операционных систем, не поддерживает BIOS. Он используется в хромбуках, и довольно очень интересные вещи, которые происходят из Google. И не используется для загрузки в другие вещи, а просто имплементирует свои собственные какие-то функции и содержит SNM. Grub, очевидно, вы все знакомы с этим загрузчиком. Это поддерживает... Основная проблема — это, наверное, интересная вещь — это мультибут и разные интересные вещи, что есть подписанные UEFI в версии этого граба. Так что... CBIOS — это стандартный BIOS для QM и QVM. Поддерживает старые BIOS-вызовы. И это также поддерживает TPM, тоже, что может быть довольно интересно. И также модуль совместимости для UEFI. Cafe. Cafe — это брат Кома. Используется в различных роутерах, телевизорах, и очевидно, что все основные баги будут связаны с сетевым стеком и обработкой запросов. IPXE — это open-source загрузчик для PXE. И подписан тоже UEFI. TinaCore, наконец. Никаких вводных не нужно. Было огромное количество последние 15 лет. Все что-то делали с этой вещью. И самый атакованный загрузчик, который у нас есть. И здесь очень много имплементаций было построено на основе TinaCore, например, Qualcomm's IBL, XBL и так далее, и разные вещи такие. У вас есть основной базовый TinaCore, и все остальное вы строите на основе него. Какие-то вещи связаны с бутлодерами, например, это Zone OS. И, как я уже раньше говорил, есть два мира — безопасный и менее безопасный.
И вы, наверное, хотите посмотреть в безопасный мир из небезопасного, вынуть какие-то секреты оттуда и так далее. И можете ставить NVRAM переменные, которые будут использованы при следующей загрузке, например. Можете сделать фотографию этой, потому что здесь определенные функции, как это собрать, как это посмотреть, найти. Вы можете поздавить и начать программировать под загрузчики. Давайте быстро посмотрим, как работает Secure Boot, как цепочка доверия, как работает BootDrom, как загрузчики разного уровня. Иногда у нас есть TPM, тогда есть иногда Host OS, взаимодействие с хостовой операционной системой и разные конфигурации загрузки. BootROM — это, скорее всего, то, что вы уже, конечно, видели, это первый уровень. Это корень. Это очень, очень важен, потому что он может быть пропатчен. Он не может быть пропатчен. Если найдена какая-то уязвимость, и он очень рано в этом, на стадии загрузки, так что это ужасно. Он маленький, да, делает очень маленькую инициализацию памяти, какую-то низкоуровневую вещь. Вы найдете вещи такие, как Fastboot, как вы найдете также, может быть, USB стек, стек USB, который очевидная цель для различного рода атак. И дальше передает это на следующий уровень. И дальше начинается загрузчик следующих уровней, и появляются такие вещи, как Wi-Fi стек, SMM-хендлеры, переменное окружение. В некоторых окружениях железа есть Armor Trust Zone, HV, есть гипервизоры, и бутлодер отправит это дальше. И в конце концов операционная система загружается, она проверяется, и в конце концов запускается, и мы повеселимся. Все, что мы смотрели, было с открытым исходным кодом. И все довольно привилегированное. Нету юзерленда, нету ядра, нету изолирования. Некоторые, например, как Apple, проприетарные загрузчики, они использовали разграничение по привилегиям. Но то, что на что-то мы смотрели, но такого не было. Может быть, в будущем мы такое увидим. Вот это список поверхностей атак, которых люди должны сфокусироваться, и будет интересно, это NVRAM, файловые системы, сетевой стек, различные шины типа USB, SPI, SMM, DMA и различные вещи для железа. Обычно разработчики под инженеры для... Обычно, если пользователь использует такой USB, то мы должны это тоже проверить, но мы почему-то не проверяем. NVRAM имеет какие-то переменные окружения, которые могут быть конфигурированы из рантайма для следующей загрузки. Это обрабатывается пользовательские данные. Есть интересные функции в каждом загрузчике, которые вам интересно посмотреть. Это environment get, getenv, envget. И вы можете посмотреть, что, как они обрабатывают, может быть, они не валидируют некоторые данные и так далее.
Примером будет Ubuntu и, например, nvget from boot из boot pvci. И, как мы видите, он просто копирует без проверки на размер. Ну, мы подумали, почему бы не эксплуатировать эту уязвимость. И мы попробовали, и мы отправили какой-то пакет, странный пакет, просто так, bootp, и мы отправили какие-то сырые пакеты, и это не было очень реалистичным. Но это было как-то очень непросто и неинтересно, и мы решили посмотрели на другое. Это довольно просто посмотреть и посмотреть на эксплуатацию. Как можете видеть, мы получаем хостнейм, например, как и тот же самый паттерн, как мы видим, копируем без проверки на длину, используем strcopy. Это копируется из раза в раз в разных частях. Код не очень классный, если честно. Мы подумали, что... Я думаю, может быть, надо найти другой баг. Посмотрим еще какие-то другие баги. Берем переменную, какую-то часть этой переменной, и без проверки на длину мы используем. Продолжает происходить по мере кода. Да, вот, например, можем посмотреть пример. Сценарий атаки будет, у вас есть устройство с NVRAM. Мы поставили переменное окружение, которое очень длинное, с адресом. Посмотрим с GFF. С файловой системы GFF вы загрузите. Выполнен shellcode. Если вы до этого не смотрели на эти вещи, то это довольно весело. Вам стоит посмотреть, это довольно весело. Класс, окей, давайте посмотрим. Это были атаки на NVRAM, которые наиболее веселые, чтобы с ними поиграться. Но в терминах атак это не очень интересно. String copy, копирование всяких строк, это не очень, ну, это весело, но понятно, что там есть не только NVRAM, но есть еще другая поверхность атак в этом месте. И другая интересная вещь — это файловая система, потому что нужно найти это какое-то место, откуда загрузиться, нужно как-то управлять этим хаосом и как-то это. Часто файловые системы не проходят проверку, интеграционную проверку, вообще что-то. Иногда пример такой распространенной системы — это вот FAT. Например, использование USB-устройства, с которым мы загружаемся, и, скорее всего, это будет FAT. Может быть, это X2, X2 или еще какие-нибудь другие файловые системы, но это такая хорошая поверхность атаки. А есть еще файлы внутри файловой системы, не только файловая система. Некоторые файлы, они могут быть проходить проверку на целостность, некоторые не могут.
Мы очень рекомендуем очень хорошо начать с фазирования этих файлов. Это будет интересно. Например, файловые системы, например, есть. Мы обсудим X2 в Grubby. Это Grub, и в Grub X2 у нас есть код, который обрабатывает симлинки, символические ссылки, и парсит симлинки и говорит, типа, привет, я симлинк, и вот я такой длины, и он аллоцирует определенное количество байт. Так что это классическое переполнение интеджера. Это очень идеальный пример, указатель на нулевой, на элемент нулевой длины. И вызовет повреждение памяти. Эта функция, она перестает читать с диска. Вы можете сделать так, что, несмотря на то, что диск довольно большой, вы можете прочитать только небольшую часть и произвести повреждение памяти. Например, это пример бага в парсинге битмапа для сплэш картинки. Если у вас есть 4-битный BMP, то у вас есть определенные палитры, которые... Когда у вас 4-битный BMP, да, у вас есть палитры 16 цифр, но можно туда отправить больше цветов, и это тоже будет испортить. Это будет проблема. Другая поверхность атаки — это TCP/IP, и давайте посмотрим... Да, так что мы посмотрели на локальный... Что мы можем сделать удаленно? Что там есть для удаленного эксплуатации? В современном мире вы используете TCP/IP и какие-то определенные сервисы, которые вы используете, подключаетесь. Это, скорее всего, DHCP, DNS, iSCSI, INFS или IPsec, HTTP, HTTPS и TFTP. Конечно же, есть код для парсинга TCP/IP. Нужно производить удачи, потому что у вас ничего не получится, потому что если посмотрите на эти вещи, отойдете на шаг назад и посмотрите, что это парсинг TLV. Есть чтение вне границ и очень много таких вещей. Если посмотрите на протоколы выше уровня, как DNS и DHCP, вы получаете некоторые атаки по сети, например, как отравление кэша или кражу аренды, предсказуемые айдишники, атаки «человек посередине» и так далее. Также есть то, что мы хотели бы посмотреть, это баги повреждения памяти. Если что-то пойдет не так в парсере, то вы можете произвести баги на повреждение памяти. Также, как, например, как Heartbleed, утечки по какой-то информации. Какая-то вещь отвечает, что-то вы выделили память. И происходит иногда отправка неинициализированных данных по сети, как в случае с Heartbleed.
Если посмотреть на эти баги в... Я крайне порекомендую вам использовать фазеры для стеков, сетевых стеков. Например, можно использовать ISIC, который довольно старый, но довольно полезный для этого. Давайте подскажем некоторые примеры. Например, U-Boot. Например, это код DNS для U-Boot. Есть TID, это DNS ID. Есть и статичный DNS ID, который один. И поскольку U-Boot, окружение U-Boot довольно простое, и поэтому... И там всегда это принимает значение один. Это кофе, это парсер DHCP, и там есть буфер для junk, для всякого мусора. И есть функция, которая получает значение этой штуки. Читает и получается повреждение стека. Если посмотрите на кафе DHCP, на TFTP, парсер TFTP, то тоже очень похожая вещь. То есть он копирует весь входящий буфер в этот 512-размерный массив, и опять повреждение памяти мы получаем. Посмотрите на кофе, это довольно классный код, красивый код, довольно милая штучка, это IP-free, это, но проблема для SMP, отправляет пинг и ждет пакета, когда не найдет подходящего, и поскольку есть loop, но есть цикл, то есть тайм-аут. И если две вещи произошли одновременно, тайм-аут и получение пакета, то мы получаем повреждение памяти. Это обработчик IP пакетов в кафе. Есть две разные длины. Есть полная длина и длина хедера в IP. Это был довольно такой быстрый обзор TCP и TCP связанные баги. Ну, давайте подумаем, что мы можем еще сделать с сетью. Да, мы имеем 802.11, это наш Wi-Fi стек. Удивительное количество людей, они не имеют вообще такой вещи. У нас не обязательно мы используем эту функцию, но в каком-то момент мы, скорее всего, будем использовать эту функцию, и у нас будет очень много багов. Если посмотрите на Wi-Fi, на парсинг, на какое радио используется, если вы используете адаптер, какой адаптер вы используете для Wi-Fi, то это потому что этот адаптер может делать много вещей, которые внутри него. И с точки зрения атаки в бутлодере, то, скорее всего, вам интересно внутренности самого бутлодера. Но посмотрим на IPX. То, что вы делаете с Wi-Fi, вы, скорее всего, ищете SSID, ID сети. Мы выделяем SSID элемент. У нас есть цикл, который берет этот IE-length, длину IE, и копирует в этот буфер из бикона и вызывает повреждение памяти при получении бикона пакета, фрейма. Следующее, что будет, это, наверное, будет Bluetooth.
Мы, то, что мы посмотрели, это поддержка Bluetooth. К сожалению, мы не можем говорить об этих багах, потому что у нас есть политика неразглашения на данный момент. Мы не можем дать вам примеры багов с Bluetooth в бутлодерах, но мы можем посмотреть на, что мы подразумеваем, что может быть, что нам кажется, может быть, какие баги в этом бутлодере. То же, зачем вы будете делать, скорее всего, Bluetooth в бутлодере, это, скорее всего, для всяких клавиатур и мышей. И, скорее всего, вы посмотрите на какие-то баги в парсинге. Мы нашли около трех часто повторяющихся шаблонов, проблем, которые могут быть. Обычно это связано с каким-то длиной фреймов. И фреймы могут быть длиной до 65 килобайт. И когда вы можете заполнить до самого конца. А также все может взорваться, если вы отправили какой-то фрейм, который меньше, чем ожидаемый. Все тоже может взорваться. Начинаешь играться с этой фрагментацией, с фрагментацией фреймов. Я не смог найти никакой open-source бутлодера, который это делает, занимается. Теперь перейдем к USB. Это очевидная поверхность атак. Есть некоторое количество устройств, которые довольно недавно мы, наверное, слышали что-то про это, что люди не особо парились насчет на этот счет. Каждый раз, когда я слышу, что говорят про USB бутлодеры, то первое, что приходит мне в голову, это USB в бутлодерах и NVRAM. Ну, скорее всего, используются как для свистки USB или для хранилищ, или для загрузки восстановления с USB и так далее. Вы можете посмотреть на USB на довольно низком уровне. Это тоже используются пакеты. Каждое устройство USB отправляет свой дескриптор, и очень часто оно реализовано неправильно, потому что это устройство отправляет дескриптор с описанием того, что происходит, и все эти функциональности, которые поддерживают это устройство, название и так далее, и это все проходит через парсер. И обычно мы часто видим какие-то просто обычные overflow или переполнения, или какие-то double fetches. Преобозначенные хедеры этих пакетов. Это вопрос в том, чтобы позволяет ли протокол без перечтения просто получить хедер. Если вы перезаписываете изначальную длину хедера, то и получаете, первый раз вы получаете хедер с правильной длиной, второй раз неправильной длиной, если не было это провалидировано, и могут произойти плохие вещи. Никто не ожидает USB средства. Вот это пример grub, который получает дескриптор, и дескриптор говорит: «О, вот мой... Вот мои конфигурации, и сходи за всеми этими конфигурациями».
И есть определенный массив этих конфигураций, которые должны пройти. И он всегда подразумевает, что всегда предполагается, что имеется определенный размер этого массива. А что, если я отправлю гораздо больше, если больше, чем, например, если имеешь два? И в Tiana Core тоже был похожий баг. И дескриптор использует длину, которую... И также произведет повреждение памяти, потому что буфер довольно маленький. И выход в том, что не обязательно проверять на границе, можно сделать просто буфер больше, потому что длина дескриптора всего лишь U8, то есть 8 бит. Это пример CBIOS, например, типичный double fetch. Это не проверяет длину. Проверяет не проверяет W total length. Как я говорил, для меня USB — это самый очевидный вариант атаки на Secure Boot. И очень много было проблем и уязвимостей, связанные с взломом через USB-порты. Обычно отправляете какой-нибудь размер, который не проверится. Также была проблема с iPhone'ом. Check M8. Очевидно, есть набор определенных шин, которые... Если цепочка загрузки использует эти шины SPI, SDIO, I2C, и то это интересная атака, вектор атак. Также очень интересно, если у вас есть TPM, потому что это тоже туда подходит. И тоже могут быть повреждения памяти. Например, CBIOS. Разговаривает с TPM и получает размер структуры меньше, чем она есть на самом деле. И это приводит к переполнению, к недополнению интеджера. И таким образом очень большой размер становится очень маленьким, и производится копирование памяти. Таким образом происходит повреждение памяти. Это внутренности malloc'а в CBIOS. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Это упражнение для аудитории, где там находится баг с недополнением интеджера. Баг интеджер on the flow. Другая интересная поверхность атак — это SMM. System Management Mode. За последние 5 лет здесь образовалось очень много интересных исследований по SMM. UEFI тоже. Кто-то что-то ломает, и опять UEFI что-то исправляет, и так далее, и так далее, и так далее. И иногда находят все-таки баги.
Также есть сторонние какие-то вещи, которые часто обращаются, ломаются. Вы не используете UEFI, вы просто используете ваш bootloader. Что делает Core Boot? Надо отдать им должное, что у нас есть вход, и мы проверим на range, на диапазон. И они делают проверку на диапазон. Okay, I talked about a bunch of buses. Я уже говорил про некоторые шины. Есть вещь, которая отделяет это от других, потому что от DMA. Поскольку если DMA, но нет границ доверия, и поэтому что у нас есть? У нас есть IMMU. Если есть такая вещь, то DMA может быть остановлен, контролируемый, и это уже вы можете имплементировать границы доверия с наличием MMU. Не все делают IMMU, потому что это не так просто. Есть некоторые разных IMMU на разных архитектурах. Это как Intel VTD, AMD DV, ARM SMMU и все они. Если вы используете одни из них, то DMA — это больше не конец света. А что, если у вас есть атаки на сами MMU? А что, если вы используете драйвер, который был написан до использования этих границ доверия, до MMU? Написанный без учета этих границ. Нужно посмотреть на все драйверы, которые были написаны, и посмотреть, да, все ли написано правильно, что ли сделано. Нужно провалидировать все эти драйвера. Например, вы все это сделали правильно, но поскольку у вас есть эти границы доверия, can't just open it up. You have to clear the memory first, because otherwise now you're leaking memory to a device, right? So нужно очистить память, прежде чем использовать. And let's say you do that right. Well, now you still have dependency on the IMMU because you are assuming the IMMU is perfect when it probably isn't. Вы предполагаете, что IMMU идеальный, хотя на самом деле там тоже могут быть определенные атаки и баги. В моих планах в будущем посмотреть на атаки на MMO и найти там баги. Я очень сильно подразумеваю, что там будут атаки по сторонним каналам и прочее. Если вы посмотрите на спецификацию, from UEFI to the next stage. Mm-hmm. And so UEFI basically boots up and very early configures the IMMU and makes sure that the device UEFI загружается и инициализирует IMMU и передает контроль операционной системе. Well, I don't know if the next guy supports IMMU, so it undoes all the IMMU program it does. И поскольку один уровень не знает о том, что будет дальше, поэтому он использует IMMU. И а потом делает обратные действия, чтобы не факт, что следующий этап поддерживает IMMU. Это займет какое-то время, потому что работа по спецификации. Так как мы передаем слово Джо. Это мы не посмотрели на это, но это было бы очень наивно не указывать это в нашей презентации. Это глитчинг, атаки глитчинга, fault injection,
И очень часто люди смотрят на проверку, подписи, например, файл overflow для PlayStation 4 на Сисконе. Очень интересный блокпост, стоит вам посмотреть. That's not enabled, infinite loop, and then they just glitch out of it, and then it initializes debug mode. And, so, когда есть глюк, то внедряется глюк, то он переходит в дебаг режим. Например, есть различия в тайминге, различные во времени, в потреблении, энергии, в проблемы с процессором и так далее. Есть также еще чипсек. Это очень сложный атакующий, который открывает очень сложный атакующий, который производит экстракцию разных вещей из самого непосредственно чипа. Это точно не является частью при нашей презентации. Сейчас не так много людей имеют так много вещей, таких дорогих вещей, чтобы производить такие атаки. Но довольно скоро, наверное, скоро в гаражах обычные хакеры смогут сделать это. Когда этот все это оборудование станет более доступным. People just kind of ignoring it, and they go, I'm not worried about somebody with, you know, $250,000. И поэтому не стоит пренебрегать этим, что это только, я не буду париться по поводу этих сложных атакующих. И также замечание на целостность кода. Это очень сложно сделать правильно, потому что это очень слабая криптография, слабые алгоритмы. Проблемы с блэк-листами, когда переполняется список, когда у вас есть подписанный grub, и Касперский опубликовал баг в подписанном грабе. Вы можете загрузить эту вещь и можете эксплуатировать Secure Boot. И таким образом нужно было заблоклистить это, добавить в черный список загрузчик, чтобы... Но блоклист не всегда может быть обновлен, и это тоже может быть проблемой. И иногда просто не проверяются некоторые исполняемые файлы. Выводы — это просто вершина айсберга, и очень много работы. Мы реально не смотрели плотно в эти вещи. Это было так, как только мы решили, так, у нас есть час, давай посмотрим, что там есть в CBIOS. Посмотрели, нашли баги. Мы посмотрели. Вот и все. Просто в списке. И когда мы нашли один баг, мы остановились и поразвлекались. И мы удивились, какое количество плохого качества кода находится в этих загрузчиках. И если вы хотите посмотреть проприетарные загрузчики, то вам нужно подписывать какие-то NDA. И есть какие-то вещи, например... Если вы хотите делать reverse engineering или посмотреть какие-то проблемы, то вам нужно пожертвовать своим ребенком, но этого не произойдет. Какие-то советы, которые мы можем дать, чтобы противодействовать это минимизировать образы и выключить функции, которые нам не нужны, например, сеть, USB, файловую систему, перемены окружения.
Это очень забавно. И забавно, что эти маленькие устройства, которые используют Linux, и они используют гораздо больше вещей, которые наши обычные компьютеры. Про какие-то защиты против таких вещей. Как вы видели с примера ранее, то есть, например, сегодня утром там нету SLR, нету никаких поддержек целостности потока кода. И Тайана Кор, в принципе, довольно впереди всех. И довольно классно, что это происходит. И это призыв к действию. Немного призыв к действию. Если вы до этого не смотрели на эти вещи, то и вы были не уверены, то просто возьмите и начните делать. И у меня будет какой-то определенный воркшоп, на котором можете, наверное, посмотреть, и можем помочь с этим, и можем сделать маленький эксплойт или еще что-нибудь такое. И вообще, и очевидно, что нету ревью кода для всех этих вещей, и это должно происходить, чтобы много людей реально смотрели на этот код. Мы иногда было просто развели развлекухи, брали какое-то устройство, и чтобы посмотреть, ломается оно или нет. Да, вот это, в принципе, все, что мы у нас есть. Спасибо. Спасибо. Теперь у нас есть около 10 минут на вопросы. И мы начнем сразу после интернета. Спасибо. Было ли исправлено проблема с грубом? Если на ответ на вопрос. Я не думаю, что это было уже исправлено. Это было из какого-то официального репозитория Grub. Если у вас есть вопросы, то встаньте в очередь около микрофона. Вы сказали, что вы хотели построить более безопасный лаптоп. Чтобы все скомпилировано внутрь и что нету никаких модулей. А что, если кто-то попробует прервать? Например, если вы получите DMA, доступ к DMA. Если есть какой-то адаптер, который происходит в нем переполнение внутри прошивки. Например, если у вас есть лэптоп с CoreBoot Linux, и который вы собрали вообще без драйверов, статичное ядро, которое просто загружается, и все это в флеше. Может быть, проблемы некоторых устройств, которые могут что-то записывать в память через DMA, потому что у них есть доступ к нему. Да, у нас была проблема. Мы всегда использовали DMA, всегда это была большая проблема. Теперь мы используем IMMU. Это зависит от того, что у вас за железо у вас, если вы можете сканировать IMMU или нет. Вы можете защитить ваше устройство с помощью IMMU. Я думаю, это отвечает на ваш вопрос, но это все, что вы можете сделать против этих атак. Mm.
если у вас... Вы хотите сделать более безопасный лаптоп, который можете использовать в каких-то опасных окружениях. Вы просто минимизируете поверхность атак. Вы просто хотите, чтобы ничего там не было. Например, у вас есть Linux и Corbot, если это находится на Wolfshare. Да. Возможно, вам стоит перенести эту дискуссию вне ток, вне выступления? Signal Angel. Что за инструменты, которые вы используете для реверс-инжиниринга bootloaders? Да, мы не делали реверс-инжиниринг, мы просто посмотрели на исходный код. В этом конкретном случае мы... это было white box, то есть нам не нужно было делать какой-то реверс-инжиниринг. Может быть, нам нужно было GDB для отладки. Мы поиграли немного с гидрой, выглядело многообещающе. Просто нужно много глаз. GDB довольно неплох, но, в общем, я... Так. У меня есть два вопроса. В чем... Какое ваше мнение на... Но... Я работал с этим, и я просто был шокирован, когда сколько сложна эта вещь. Стоит ли нам еще обсудить бутромы? Что бутромы часто очень сломаны. Может быть, нам нужно усилить какие-то другие вещи, а не это. Да, выглядит, как будто вы занимаетесь этим. Первый вопрос был, что вы думаете по поводу TrustZone от ARM? Как и вы, я просто что-то попробовал. Я не могу об этом поговорить, потому что это NDA. Да, и там есть некоторые вещи, которые вызывают какие-то подозрения, проблемы. Да, проблема, что вы не можете просто так устроить этот баг, но нужно выпускать новое железо. В вашем бутроме вы можете, может быть, что у вас есть какая-то функция, которая может быть добавить патч на этот бутром. Но вы не можете это построить. Единственное, что вы можете минимизировать объем того, что нужно будет пропатчить в случае чего. Но очевидно, что это нельзя минимизировать очень сильно. Очень часто люди недооценивают реверс-инжиниринг. Например, если люди просто собирают дамп с бутрома и просто смотрят на код, находят баги, например, в USB-стеке, я встречал это. Я бы сказал, что лучше сделать больше глаз, которые смотрят на это, больше открытых аудитов и так далее. Сейчас это выглядит, как будто никто не смотрит на это. Нужно больше глаз, которые... Я бы хотел, если бы были пустые чипы, которые мог бы запачить самостоятельно. Да, скорее всего, будет еще какие-то глаза, которые могут быть интересны в этом процессе. У нас есть ли еще вопросы из интернета? Да, у нас. Вы знаете о каких-то хороших фазерах для бутлодеров?
Нет, вообще на самом деле нет. Я указал некоторые места. Если вы хотите посмотреть на какие-то вещи с файловыми системами, то, я думаю, вам стоит посмотреть на AFL. Есть также еще фазеры для Wi-Fi, DNS-фазеры и так далее. Ну, тоже работают. Лучшая вещь — это, наверное, это просто вынуть вещи, которые нам более интересные вещи в парсинге, и посмотреть и пофазить отдельные куски этого кода, наиболее критического. Микрофон номер два. Мы можем использовать какой-то другой язык, который может быть, например, язык Rust, который не имеет таких проблем. Если да, то есть какие-нибудь другие вещи, другие проекты, которые не используют C, а используют другие языки. Я думаю, вы правы, мы можем уменьшить количество багов. Если мы переключимся на что-то с Rust, мы можем снизить повреждение памяти. Есть какие-то крайние случаи, которые можно не найти. Часто повреждение памяти не существует. Но также исчезают и какие-то вещи, которые были разработаны в какой-то степени. Есть рантайм для Go, для ARM-устройств. Это что-то, что начинает только исследоваться. Я думаю, что это очень интересно. Я думаю, что мы можем посмотреть на это. Я думаю, что там что-то есть, но на данный момент сейчас это кажется, что очень рано для этого. Есть неопределенное количество багов, которые приводят к повреждению памяти. В основном есть баги в железе, в баги в логике и так далее. Но это точно нам поможет. И все, у нас закончилось время. Спасибо спикерам.